Краснодарцы смогут платить меньше за горячую воду. Для этого уже в ближайшее время в городских многоэтажках установят более 250 общедомовых счетчиков. Это позволит оплачивать квитанцию не по установленному нормативу, а по факту потребления горячей воды. Такие приборы сегодня уже есть в 32 домах в Комсомольском и микрорайоне гидростроителей. По данным пресс-службы АТЭК, оснастить счетчиками здесь же планируют еще 50 многоквартирников. Также в число адресов, где будут установлены приборы учета, вошли и дома в Черемушках. Стоимость одного такого счетчика от 100 до 150 тысяч рублей. Но, как заверяют специалисты, отдельно сдавать деньги жителям не придется. Необходимые суммы будут постепенно высчитывать из ежемесячной оплаты коммуналки. А вот работы по установке приборов будут выполнены за счет подрядчиков, которых выбирают по конкурсу. Главный критерий при выборе победителя – соотношение стоимости услуг и их качества.